Новости аграрного рынка. Более 460 тонн лука севка из Чувашии отправили в Беларусь, Молдову и Монголию. Кроме этого, местные сельхозтоваропроизводители отгрузили на экспорт около 400 тонн зерна, 120 тонн семян ячменя. Россельхознадзор Чувашии провел фитосанитарный надзор под карантинной продукцией. Она соответствует требованиям стран-импортеров. Есть все необходимые сертификаты. Как сообщает Минсельхоз Чувашии, всего по итогам двух месяцев этого года экспорт продукции АПК составил 2,77 миллионов долларов. Выросли поставки и других товаров.